Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на территории. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. А, командир Рейнар, слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Анализ поискового алгоритма королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Все гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готово. Приказы будут! Это рейдеры! Мы спасены! Будет сделано! К трудовым подвигам готово. Давай, удиви меня! Садись, прокачу! Куда и что теперь? Сюда! Мы на крыше! Дался. ТСМ готов. Отлично! Провожающие, покиньте салон. Вперед! ТСМ готов. Рейдеры Рейнера, вытащите нас отсюда. Задавим их интеллектом. Вооружен и опасен. Жду не дождусь. Не молчи. Приказы будут. Кто на новенького? ТСМ готов. Водишь ты. А? Чего пугаешь? Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно... ТСМ готов. Кому наверх? Садись, прокачу. Бегу, марш! Я уже заждался. Скорую помощь вызывали? Уже в пути. Куда летим? ТСМ готов. Давай, удиви меня. Провожающие по... Что происходит? Понял. Танк на марше! Чем порадуешь? Задавим их интеллектом! ТСМ готов! Ясно! Вперед! До прибытия 1 минута! Куда стрелять? ТСМ готов! Сигнал! Кому наверх? И что теперь? ТСМ готов. Выкладываю. Провожающие, покиньте салон. Приказы будут? Задавим их интеллектом.
Варус, брось дороги! А? Требуются дополнительные хранилища. Давай, удиви меня! Скорую помощь вызывали? Чего ты добиваешься, Джим? Я чувствую, ты что-то от меня скрываешь. Требуются дополнительные хранилища. Есть крободен! Не молчи! Чем порадуя? На выход! Приказы будут! ТСМ готов! Давай! Я воронку делать буду! Кто на новенького? Сделаю, командир! Высылайте подмогу! ТСМ готов! Задавим их! Что такое? Вооружен я! Положись на меня! Полный вперед! Провожающие ТСМ готов! Идем дальше, парни. Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. Ах ты, черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Кому навешать? Приказы будут? Вас понял. Выполняю! Так точно! Требуется помощь. Танк на марше! Бруталиск. Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Еду! Вооружен и задавим их интеллектом! Чем порадует? Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу. Сколько? Провожу скорую помощь. Что такое? Приказы будут? Куда летим? Куда стрелять? Кому навешать? Вооружен и опасен. Садись, и что теперь? Брось с дороги! Задавим их интеллектом. Сделаю, командир. Давай, удиви меня! Ясно! Слышимость... Эй! Эй! Сюда! Хорошо, что вы появились. У меня патроны на исходе. Месторождение минералов выработано. Требуются дополнительные хранилища. Кому навешать? Трудовым подвигом готово. Еду. Делаю, командир. Бегу, марш! Приказы будут? Отлично! Давай, удиви меня. Выполняю. Уже? Кому на... Скорую помощь вызывай. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Где воронку делать будем? Полный вперед! Эй, нам нужна помощь! Бегу, марш! Жду не дождусь. Подтверждаю. До прибытия 1 минута. Мы не смогли уничтожить хранилище. Помогите нам! Ты будут? Еще бы! Сейчас пристройка завершена. Кому навешать? К трудовым подвигам готово. Давно бы так! Высылайте подмогу! Как скажешь! Что такое? Месторождение минералов выработано. Ты никогда не умел признать свое поражение, Джимми. Эй, рейдеры! Вытащите нас отсюда! Приказы будут? Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Кому навешать?
Точно, сэр? Так точно! Приказ получен! Доктора вызывали? Еще бы! Все понятно! Положись на меня! Сколько можно сидеть без дела? Я уже заждался! Отлично! Кому наверх? Требуются дополнительные хранилища. Кругом враги! Высылайте подмогу! Наши КСМ атакованы. Высылайте мешки для трупов. Будет сделано! Провожающие, покиньте салон. Наши КСМ атакованы. Полный ход! Наши КСМ атакованы. Вооружен и опасен! Я уже заждался! Кругом враги! К трудовым подвигам готово. Садись, прокачу! Наши КСМ атакованы. А? Наши КСМ атакованы. Давай, удиви меня! Круто! Твоему доктору Наруду не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Чем бы они там ни были, ты их не получишь. Кто бы мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Кто она новенького? Вижу, ты готов уцепиться за любую соломинку. Ты ведь не думаешь, что этот ваш план сработает? Недостаточно энергии. Что происходит? Бегом, марш! Сэр, еще один червь Нидуса выполз из-под земли возле базы. Я уже заждал. Кто на новенького? Отлично! Так точно, сэр! Надерем им задницу! Есть! К трудовым подвигам готово! А? Недостаточно минералов. Вооружен и опасен! Жду не дожду! Говори громче! Уж я... СМ готов! Вперед! Что происходит? Сколько можно сидеть без дела? Положись на меня! Чем порадуешь? Сделаю, командир. Садись, прокачу. Подтверждаю. На выход. И что теперь? Кому навешать? Скорую помощь вызывали? Выдвигаюсь. Приказы будут? Понятно. Говори громче. Жду не дождусь. Ясно? Положись на меня. Оставим их интеллектом. Сколько можно сидеть без дела? Провожающие, покиньте салон. Садись, прокачу. Вперед. Слышимость отличная. На выход. Куда летим? И что теперь? Выдвигаюсь. Скорую база вызывали? Атакована. Сделай, кто она, но... Высылайте подмогу! Выкладывай. Еду. Не молчи. Я уже заждался. Прочь, дорогой! И что ты? Кому навешать? Высылайте подмогу! Ваша вооружен и опасен! Скорую помощь вы... Оставим их интеллектом! Превосходно! Я уже заждался. Давай, удиви меня! Приказы будут? Кому навешать? Давай, удиви меня! Не молчи! Создай! Эй! Эй!
громче! Провожающие, покиньте салон. Я уже заждался. Кто на новенького? Выдвигаюсь. И что теперь? Что? Сколько? Скорую помощь вызывали? Подтверждаю. К трудовым подвигам готова. Ясно. Выкладывай! Положись на меня! Вооружен и опасен! Бегом, ор! Провожающие, покиньте салон. Я уже заждался. Все понятно. Превосходно. Точняк! Высылайте подмогу! До прибытия одна минута. К трудовым подвигам готова. Давай, удиви меня. Я уже заждался. Сколько можно сидеть без дела? Вести Лука! Приказ получен! Положись на меня! Хочу! В пути! Приказы будут? Высылайте подмогу! Прочь с дороги! Я уже заждался! Давай, удиви меня! Задавим их интеллектом! Понеслась! Высылайте подмогу! Приказы будут? Морпехи, уходим! Не молчи! На выход! Кругом враги! Дважды можно не повторять. Это рейдеры! Мы спасены! Куда летим? Слышимость отличная! Не молчи! Приказы будут? Садись, прокачу! Я уже заждал! Месторождение минералов выработано. Понятно! База атакована. Высылайте подмогу! Кому наверх? Наши КСМ атакованы. База атакована. Приказы будут? Последнее хранилище уничтожено. Немедленно эвакуируемся. Кто на новенького? А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известные нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протосов? Они были подобны богам. Движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Thank you.
Народ, вы там скоро? Черт подери, Артур! Не делай этого! Поздно! Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Тайкус плохой, очень плохой человек. У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привел прямо в лапы Керриган? Думаю, вы с Керриган пересекаетесь потому, что охотитесь за одним и тем же. А Тайкус скрывает от тебя что-то еще. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирожденный убийца. Кейт Локвелл для UNN. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации Фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдера Фрейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной палит? Ваш любимый вундеркинд. Запишите своего ребенка в пси-батальон. Давай-ка обсудим дела. Рейнар, гончие пустоты все ближе.
Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мэтт, я... Черт. В общем, спасибо тебе.